это сдача писем с требованием президента наложить вето на закон о пенсионных реформе касательно части повышения пенсионного возраста женщин. Эта акция сегодня начинается, сдаются первые эти, и она будет продолжаться в течение длительного периода, потому что сегодня рабочий день, и мы договорились, что мы передали всем НПО, каждый НПО, кто намерен в этом участвовать. И плюс мы сделали рассылку по интернету, кто хочет отправить на почту, кто хочет родиться на сайте президента, чтобы создать общественное мнение, чтобы показать президенту, что на сегодняшний день этот закон принимать в таком виде нельзя. Сейчас мы с вами будем начинать сдавать письма. Потом вы забираете каждый, поскольку вам нужно, и если кого-то нужно ксерокопировать, мы как и договорились, что-то Иманбай, вот как организаторы, вот что-то Иманбай, и наша организация, мы договорились таким образом. В нашем офисе, и в офисе кто-то Иманбай, это Отрар, вы знаете, да, Отрар? Ну, наши члены все знают наш офис, да? И вот, если вы хотите вас подключить, вы можете, да? Вы можете людям, и мы как рассылки сделали, мы только Отрар не писали, мы сегодня Отрар эти допишем, ваш адрес и так далее, да? Мы 2000 Сегодня обстановка в стране сложилась, есть обострение все равно. Поэтому я думаю, что президент держит руку на пульсе времени, на пульсе, значит, общества, настроения общества. И поэтому, значит, видит, по всей стране у нас, значит, идут протестные движения по тем или иным проблемам. И это остро чувствуется сейчас, особенно в этот период. Я думаю, исходя из всей ситуации по всему Казахстану, я думаю, что он должен отреагировать тоже. Сейчас, секундочку. Три человека возьмут, вопрос потом выйдет. Что там? А вас это до двери сопровожу и все. Все, до этого, автобуса. Сопровождать. Молодой человек. Ну, вот это. Хорошо? Все, там никуда больше не подойдет.